Все хотят представить свои товары на Озоне. И, кстати, сегодняшняя наша компания, наши гости, компания «Пионер», которая обещала нам устроить шоу, не исключение. Сегодня самая лучшая цена здесь сейчас. Пока вы смотрите наш стрим, в течение часа у вас есть реальная возможность забрать все по классной цене. Поэтому успевайте это делать сейчас. Я, кстати, вам сейчас покажу, как это сделать удобнее. Заходим на Озон, смотрим. Черная пятница еще продолжается. Вот он, наш прямой эфир. И вот здесь, где у нас все категории товаров, в нижнем левом углу, вы можете все это нажать и посмотреть, что будет. Но самое главное, друзья мои, позвольте мне представить вам сейчас коммерческого директора компании «Пионер» Илья Островский. Сегодня мы похулиганим. Да. Хуже вопросов? Сегодня у нас будет две акции. И мы в каждую из этих акций, мы с вами вместе выберем какой-нибудь товар, мы с вами поторгуемся, назначим цену, и я в режиме онлайн со своего мобильного телефона на 5 минут поставлю ту цену, которую вы скажете. Мы можем заварить или даже сварить чай в чайнике. Я такое вообще первый раз вижу. Да. И этим мы сейчас и займемся. Мы его включаем. И будет вариться. Я хочу, друзья мои, показать вам швабру глазами «Пионер». В ней бак с водой. Сейчас залита обычная вода, хотя можно заливать и моющие средства для пола. Нажатием на ручке вот этой вот рукоятки я прыскаю перед своей шваброй. И, как вы видите, работает. Она работает. Смывает краску с бетонного пола. Обращаю ваше внимание, как это просто легко происходит. 7990 отпариватель. Какая цена вас устроит? 5990. На этот отпариватель только на 5 минут. Только после глинтвейна безалкогольного, который вы сварили в чайнике «Пионер». Я, видите, отвлекаю как могу. Просто отвлекаю как могу от того, чтобы скидка у нас изменилась. Как же все-таки пришла компания «Пионер» к тому, что вы вот ушли в сегмент такой бытовой техники, профессиональной техники? Вам стало тесно? Или вам стало денег мало? Или вам захотелось расширить? Или... Скажи, знаешь, почему? Мир меняется. Мы меняемся вместе с ним, идем в ногу, а пытаемся даже чуть-чуть опережать его. И поэтому очень скоро в России будет много премьер интересных под брендом «Пионер». С лучшей площадкой e-commerce, с лучшей площадкой интернет, на которой можно приобрести вообще 6 миллионов товаров и даже больше. Вы нас любите, вы нас смотрите. Спасибо вам большое за это. Сегодня со мной был коммерческий директор компании «Пионер» и я, Надежда Счастливенко. Ну а мы прощаемся с вами. Все, пока!